Хорошо, что мама еще нет дома. О, как же хорошо и легко. Наконец-то эту сумку можно снять. Ну что ты там застыла? Давай, проходи сюда. Все-таки дурацкий был день. Вот только я одного не понимаю. Как за тобой теперь ухаживать? И что ты вообще такое? Похоже на мяуканье. Наверное, кошка. Хотя, тело скунса? Или это енот? Но голова-то кошачья. И говорит, как кошка. Какая-то непонятная химера. Точно, так тебя и назову. Только если придет мама, то ты игрушка. Когда-то у меня жила кошка, а потом она пропала. Все напоминало о ней. Да, химера, все напоминало об этой кошке. Кошке-то вообще была больная тема. Я надеялась ее найти многие годы. Но чем дольше идет время, тем больше я понимаю, она никогда больше не найдется. А ты... ты, наверное, не сбежишь. Разве что придется найти для тебя какое-то зарядное устройство и понять, как у тебя вообще все устроено. А может быть, этот день был не таким уж и плохим? Я ведь хотела найти кошку, но не уточняла, какую именно. И вот она нашлась. Наверное, иногда нужно подумать над желанием тщательнее. А за окном уже темно. Тебе нужно отключиться, химера. Это нужно только для того, чтобы ты тут ничего не разнесла. Я же тебя еще плохо знаю. Удивительно. И она даже не против того, что я хочу посмотреть, где кнопка выключения. Разберусь с ней немного позднее. Ладно, пора на чердак. Курт, наверное, уже ждет.